А вы знали, что в Щелкове производятся специи для приготовления блюд на любой вкус? Русская бакалейная компания, располагающаяся на улице Краснознаменская, имеет в своем ассортименте самые различные приправы, начиная от черного перца, заканчивая солью разных видов – итальянской, кавказской и ароматной. Вся продукция теперь будет представлена в гипермаркете «Глобус». Это стало возможным благодаря сотрудничеству гипермаркета и торгово-промышленной палаты округа. Торгово-промышленная палата, выполняя свои уставные задачи, а именно лоббируя интересы бизнес-сообщества, членов торгово-промышленной палаты, обратились к управляющему гипермаркет «Глобусом» в городе Щелково с предложением о социально-экономическом партнерстве. И сегодня продукция местных производителей уже представлена в гипермаркете. Мы тоже часть этого города, города Щелково, и поэтому это тоже нам очень интересно, что здесь местная экономика развивалась и что у нас получилось там партнерство с местными поставщиками. Сами производители специй очень рады такому сотрудничеству, ведь гипермаркет «Глобус» – это огромная торговая площадка, где в день бывает множество покупателей. Мы очень долго пытались встать в «Глобус», вели переговоры, но вот благодаря торгово-промышленной палате мы сейчас представлены здесь. Надеемся, что мы дальше будем развиваться, продукция наша будет пользоваться спросом. Ну и дальше совместно с «Глобусом» мы расширим сеть и ассортимент. В перспективе у представителей гипермаркета «Глобус» и торгово-промышленной палаты желание представить на прилавках магазина и другую продукцию местного производства. Мария Буржинская, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.